Чистому городу – чистый пляж. Экологическая акция «Чистый берег» прошла в Октябрьском районе Самары. Активисты очистили от мусора побережье на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. У нас люди с удовольствием выходят, облагораживают территорию, особенно жители близлежащих домов, у них есть специальные чаты, где они между собой коммуницируют, и на всякие инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры, окружающей среды, люди вообще реагируют хорошо. На субботники жильцы собираются часто. В этот раз прошли буквально 500 метров вдоль побережья, но результат отклика природы налицо. Я в чудеса не верю, но на самом деле произошло чудо. И вот за 6 лет, которые я здесь живу, впервые осенью у нас вот на этом берегу, на Волге, стала проходить миграция птиц перелетных, гусей и уток в больших количествах. Наверное, это как результат отклика природы на наши добрые дела. К местным жителям подключились волонтеры. Критиковать могут все, но действительно и выйти что-то сделать своими руками тоже, конечно, может каждый, но почему-то не все делают. На самом деле на песке большую опасность представляют и разбитые бутылки, и какие-то пластиковые крышки. Мы обращаем внимание на любой мусор, стараемся убирать все тщательно. Для того, чтобы собранный мусор вывозился своевременно, власти города установили на побережье большие контейнеры. Очищать берега реки крайне важно. Так можно предотвратить попадание мусора в воду и сохранить экосреду. К тому же и самим жителям города приятнее отдыхать на чистом пляже. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.